Мы продолжим тему красоты, но продолжим ее не мы, а наш репортаж. Природа создала немало продуктов, которые помогают нам в таком сложном деле, как сохранение здоровья, стройности жизненного тонуса и привлекательности. Но ученые постарались и расширили полезный ассортимент, создав биологически активные пищевые добавки. Насколько обязательна эта часть в рационе современного человека? Какую роль играет питание в нашей жизни? На эти и многие другие вопросы можно было получить ответ на научном семинаре Wellness by Oriflame. Я этот продукт не только люблю, я его действительно уважаю. Уважаю и ни за что. И считаю его особенным. Этот продукт действительно является уникальным. Он уникален во многом и по своему составу, и по форме, и по своему фантастическому действию. Серия Wellness by Oriflame была разработана в Швеции на основе новейших научных данных в области здорового питания. Специалисты, принявшие участие в разработке новых продуктов, всемирно известные доктора, специалисты в области клинической медицины и здорового питания. Богатый практический опыт, широкая теоретическая подготовка и изучение новейшей научной литературы сделали их авторитетнейшими экспертами в вопросе сохранения молодости, красоты и отличного самочувствия. Любой вид физической активности, будь то бег, езда на велосипеде или аэробика, усиливает обменные процессы в организме, улучшает работу сердца и легких, не дает набирать вес. Доказано, что регулярные занятия спортом и фитнесом снижают риск развития инфаркта, инсульта и сахарного диабета. Физические нагрузки, позитивное мышление и здоровое питание являются основными компонентами серии Wellness. Я горжусь тем, что каждые 5 секунд в мире продается один продукт Wellness by Oriflame, а это значит, что в год мы продаем более 6 миллионов продуктов. Только здоровый человек может быть по-настоящему красивым. Но даже если у вас не получается несколько раз в неделю посещать спортзал, старайтесь больше ходить пешком до и после работы. Меньше пользуйтесь лифтами, а в выходные больше гуляйте. Играйте с детьми в подвижные игры и, конечно, проводите отпуск не лежа на диване, а в движении. Если вы хотите хорошо выглядеть и отлично себя чувствовать, прежде всего позаботьтесь о себе изнутри.